Все, смотрим, кого можно будет ракетнуть. Пока никого. Первая боешка. Все? Что вообще пиздец? Пиздец. Давно нападаем в игру. Один раз упал обогрок, ебать, я счастливый был тогда. О! Там их двое, да? Десяточки. Типа, если больше никому не надо, тебе и мне за 10 их две пары. Да, да, я знаю, что твое. Помню. Валентайм. Ну, ему, наверное, не нужны, без хосты, да. О, пацаны, я ленточку выиграл, 5000 продам, ебать. Шутка. Вон, бери этому духовому престолу. Ленточку подарю, первый плюс, первый обмен, кто кинет войду, давайте, справа стою. Ленточку дарю, быстренько, обмен. Так, сосед. Ну-ка, а есть у тебя, нет? Посмотрите, есть на нем ленточка? Нету? А то наебет меня. Ну-ка, сосед, есть на тебя? Ой. На тебе есть, я видел, сука, ты только что убрал, блядь. Наебщик. Юка, ты тебе, блин. Не дорог, он написал лов, поэтому тебе за десятку. Юка, ты по-любому не будет. Арислин тут ДД. Я квест буду делать. Да, да, в ДД. Адель дал ассиста, смотришь заметкой на себя. На старте третьей фазы. Бати СС по Юкате, эфир по Реслину. Лужи, в РДД.
Вы не переводите. Да и похуй. Бейте. А Кая скидают по этим слизням? Да. Вот только сейчас скинули, когда он уже каст начал, когда он кастовать начал, да пизды КС, вот что надо бы кастовать. Он с КСом кастовал не надо. Блять, ну он у меня слизи на фокус беру, но не... Менее. Похильте. Идите, сидите. Не ожидал, блядь. Звездочку. Лужи. Пельмени. Зеленый. Смотри, опять он каст начал, и КС просто каста висит. Пельмени. Сори, мы сокрутал с испугом. Слакер. Испугался. Звездочку. Красный. Пельмени. Дел пьют сначала под зеленый. Пельмени. ВТФ есть, БР? БР не вару. Стою. Сколько хотя бы дайте? Пельмени. Кружочек под колбой, не там, не в центре, под колбой пей. Бля, это так важно. А, важно, потому что миликом надо остановиться. Ебать, ты бы еще в Долоране, сука, его танчил. Зеленый. Нажми сакру войд быстрее. А Барбарос поставил? Была сакра. Да, 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 да. Мини, кстати, да, туда в вас. Сейчас. Все, не бейте, только красный. Сейчас будет, это идите. Берите поэтов, всю хуйню, там доты тикают. Меню. Мелики, идите босса. Пиздец. Че, у вас 3 секунды. Все перевели нормально. А чё эти умерли? Под красную поведем. Мася, Берниш, шамана из своего пати. Валентайм Алконфела.
звездочку. Баф. Локи, я надеюсь, вы дали СС по паладину. Угу. Колбы. Пельмень. Якат первый дашь. Забирай. Забери, как выйдешь с дивана. Танчи, из тебя стаки поворую просто. Блядь, забери, ты... как выйдешь с дивана, все. Пельмени. Сейчас будут колбы, уйдите, уйдите, колбы. Забирай босса. Реслин, диван. Меню. ДБМ сломался, пельмени не обманутся. Я тоже только на визуалку сейчас ориентирую. На третьей фазе причем. Да. Колбы в луже оставь, не тяни, выведи чуть-чуть, сбрось колбы в луже, отведи. Все, отводи. Хуй не 16 траев, блядь. Сильнейшие пришли просто. Да. Да, нахуй, я вообще удивляюсь, блядь. Сегодня у нас конкурсы на Синдре. За пельмени хп будет? Иди в жопу. Я бабл нажал. Я один словил только потому, что не заанонсил ДБМ, но я скинул глыбы, так что... Бабл, глыба, нахуй, камень Долоран, нахуй. Арислин, дальше танчишь, next boss. Кит, ты отпустишь нас? Это? С богом, да? А? Баба, хотя бы вот этого добейте. Естественно. Ты можешь уже сейчас идти, тут нечего не держит. Вот я еще под... оставь тут вас глаз да глаз. Тут же есть я. Ну, ладно, тогда пойду. Быстрее ты хоть. Валька, Валька, Валь, Юля! Отошла, это не я, посмотри, где я стою. Где я слышу, где ты, я говорю, где отходи. Чуть не обрыгались. Мобы еще нахуй, ебать выгонят. Рекурсия пройдет, блин. Точно, сейчас у нас этот таймер выйдет и нас не пощадят. Пизда, блядь, ну... Хорошо, я не отношу. Бля, у меня такой вопрос по поводу с этих души бычек. Я должен именно автоатакой, по-моему, уебать или любым скиллом? Или это просто не на всех работает? Любым, наверное. По-моему, гранью. Ты смотри на моба, чтобы баф повешался. Ну вот я и смотрю, то есть там он с вертелки, ну, скиллов часто не вешает. Или это просто может моба не подходить? Значит автоатака, значит другие каким-то скиллом. Все проверяем. С некоторых не дают души.
За что ты мне снял ЕП? Ты подвел босса и уебанул 3 миликов пельменями. Нет. Как нет? Показывай, где. Сейчас? Я говорю, показывай, где, ну кидай. Так, я говорю, сейчас. И там Эльдруид Массия схавал 2 пельменя. Так, если что, тоже в курсе. Понимаешь, что ты говоришь, что я пельменями уебал миликов, когда повел колбу? Ты должен был танчить под колбой. Ты подводишь босса к столу, и он моментально кидает колбу эти пельмени под миликов. Но... бежать за профом, когда его куда-то водят, если они, во-первых, во-вторых, миликов... Там был слизень красный, они бежали за последним красным слизнем. Короче, не неси хуйню, пожалуйста. Типа, не что у вас тут? Не неси хуйню, пожалуйста, ты. Типа, ну, кидай кусок со стрима, где я подвел босса, и милики умерли по моей вине. Мне похуй, на ИП ты просто хуйню делаешь. Если, ну, ты не понимаешь элементарных вещей, то, типа, ну, я не виноват. Типа, если милика хуярит пельмень, то это значит, милик долбоёб, ебётся в глаза. Вот стрим, последний красный слизень там. Go Trash? Нет. А у кого ты стрим смотришь, кстати? Рид стримит. А, точно. Я говорила, что вас оставлять вообще нельзя. За драки. Да-да. Магии просто много, я даже не слежу по иконкам, на ком шип. Говорите, пишите, пишите. В какой минуте стрим? А, там хуёво кажет, минут 7 на... от текущего, отмотай 8. Опять кого-то душит. Читаю. Ау! Шакал. Ладно, стоим. Ну чё, я читаю, кого надо шаклить. Я не умею, но я сделаю все, что хочешь. Тактика, если не ошибаюсь. Тактика, шакал. На кого бог пошлёт, ебаш? Я боюсь, давай, сейчас. А близко подходить? А тут уже кто-то, это не я. У корни тут кинул. Все, вайп нахуй. Пиздец, а могла быть героем всего рейда. Даю мне пиздец.
Я ничем не могу помочь. Минус танк. Все, что могла делать. Это примарал. Нет, на приквале ты смотри, где у тебя мелизуана под этим, под красным слизнем, где у тебя проб, типа, ну не неси хуйню. А ты сам открой, посмотри, ты несешь хуйню. Это беги, бегите нахуй, пока мы раскатим этих фидеров. Бегите, резайтесь быстрее сюда, нахуй. Станы давайте, приморозку. Я большого добейте. Москву, юбку. Да. Юбку добейте, блядь. Дал стан, приморозка, нахуй. У этого в корне, блядь. Вихрь, нахуй, по-моему, вам. Бежим. Стан нахуй, ёбаный рот, блядь. ПВП включаем. Быстрее, быстрее, не умирайте, блядь. Вот, валентайм, хили. Давай в мишку прыгай. Частицу ебанул тебя. Сейчас прибегут танки, спасут. Ну. Давай, ШВ, герой. Сука. Ладно, убедил. Бабл нажал, давай. Живем нахуй. Сука, танки, вы где? Королева спа... Блядь. Пиздец, просто. Ну я до последнего как львица. Давай, безалость. Бегите все ДД, хули вы разлеглись нахуй. Бегите сюда, блядь. Мы тут уже бьем. Видишь, танк есть, хил есть. Заставуньте эту хуйню с ШП. Во. Все, блядь, работаем. Бля. Сейчас он сдох. Блять, ну и второй рукой сигу крутил нахуй, не мог бежать, блядь. Реслин пришел, все заебись. Сука, я не могу, блядь. Я не знаю, это хохма какая-то, блядь. Ой, треснешь, я собаку убью, накормлю быстро. Ну ща, не добьют. Да просто, блядь, как-то по мобам надо контроль, там, станы давать, чтобы они меньше разъебывали, пиздец. Куда смотреть? Чё, пулить? Иди в пизду, я с кладбища бегу на одной ноге тут. Пока вы лежали мертвые, мы тут сражались. Да. Постойно, блядь. Между прочим. Лежали, ждали вайпа, блядь. Не привыкайте к такой хуйне вайпаться, блядь, прошу. Я все равно в ней смотрела, Адель. И мастер-класс. Я что-то в былые времена вспомнил, да? Это когда, 20 лет назад? Ну, блядь, 10. Когда тебе было 30? Сука, стартеры собрались, блядь. Да, за пельмень. Че, ебан, два пельмени словил? Ты откис на последнем красном. Больше никаких маневров не надо, просто влетаем, деремся. Шакл в тактика, пожалуйста. И Адель. Он в шакле вроде как прыгает. Ну так прыгает только тактик. Убивается только тактик и дальше долетаем. Вон уже все четыре моба пошли. Значит, надо в лейтенанта и бить остальных. Мы одного уже зашаклили. Я знаю, что друиды лапку какую-то кидают, и он типа один выходит без мобов. Ну, корм либо шакал. А, ну не знаю, а сейчас почему все идут. Залупа какая. Может, не на макстранже просто. Нет, я их просто пуляю всех, потому что я заебался ждать, пока тыча. А, ну ГЦ, блядь. Мы тут чуть не вайпнулись нахуй в прошлый раз. Ну, лучше бить, чем любить. Ну да, лучше войду по РЛ и трэш, блядь, да? Пиздец. Чтобы вайпа не было. Не люблю вайп на трэш, это пиздец так унизительно. Трэш самый сильный. Там черви, черви. Сейчас в Геру придем, посмотрим, блядь, какие там боссы тут рейдят. Хорошо, мне кажется, такой же будет. Да, да. Помойка.
Ленточку я Юкате отдал, если чего у него спрашивать. Что-то умирает. Да. Какие-то инвалиды, значит. Ты инвалидов еще не видел, блядь. Да, Юля? Да, Войт. То, блядь, есть некоторые, нахуй. Шаман, блядь, помню. На профи упял, блядь. Вставай, говорит, встает, пельмень летит, он падает. БР, нахуй, по шаману. БР, ты пельмень еще летит, он падает, блядь. Это где так? Когда вспомнил? На циркуле, блядь. Называется, как выбочь ты пельмени. Это у нас на РТ было. Это в Эмиралах было, Войт. Ну, наверное. Это пиздец, Хохман. Там он за пул умер 6 раз, по-моему. Сука, это рекорд. Еще тогда не Руба играл, и не Руба видосы пикал. Ты на было, блядь, в году 10-м, по-моему. Что это за фаерболы, блядь? Ковер балуется. Бля, такая отвернется от рыбы, пожалуйста. Ковер просто фаермаг. Бежал. Туше. Ты на келе? Да и буди поставят, не похуй. Мирай, это иди от рыбы. Хавать. Милфханта до фир и, скорее всего, бьете сферки. Кто что танчит, Рэл? Что по кайфу, то и танчите, сами решайте. Деслин, посиди на этой хуйне с шариками. Я двоих забил, пожалуйста. Это бежал, только будь к нему на 50 метров. Не-не, ну чтоб, ладно. Чтоб частица работала, нах. Сейчас секунду тяни. А то сдохните, нах. Вера, по сколько стаков в геле набирал? Вер. Почти 60. Арестин, поближе к безжалостной подбеги. Метров 10. Ага. Хорош. Другое дело. На лестнице падает кинетика. Су падет. Алло, прием, ребята. Там 4 человека на кинетике. Прист вообще ее не бьет, которого поставил. ГП нахуй. Ты охуешь просто? Читаю, минус ХП надо. Три ханта плюс прист. Умирай, инвалид, топ-1. Был мультик про муравья, я инвалид, ножка болит. Помните, да, такой?
Нет. Такие мультики не смотрел. Я смотрел, ну погоди. Так это почти такое же. Сколько там какой-то делать? Короче, вот это еще даже каплю, я пошел быстро. Там тысяча уже все добить. Сука, говнище всякое падает, просто жесть. Вообще отвратительный сегодня лут. Мянем Юкату. Инер не кидает этих хуей. Вот, что вы скажете в своём плане? Чё нахуй? Нуб ты нахуй, убежал от хила, блядь. Понял, понял. Коля тебе еще сказал. Смотрит, сижу, жру нахуй, взял, съебался, блядь. ДЦ, блядь, хуй. ДЦ зубы не дал, получается. Да, нахуй. Эрдрушники хуевые, да? Ну, ПП не кастит, чисто фото и ветками машет. Просто танчишь хуёво. А тем временем дамаг сильный прилетает, да? Это да. Я в сапе стоял, что ли? А, я понял. Не парировал, блин. Не блокировал, нахуй. Прожаться блин. Не мог, нахуй. Значит, забыл от рефлект. Понял? Забыл от рефлект. Не стой. Виноват, значит, блин. Да друида просил, нахуй, на тухлом инер кинуть, что-то ноль эмоций будет. Да чё ты высыхаешь? Я не высыхал, блядь, ну, было 10% там ляму босса, блядь, я думаю, блядь, просить там. А кинь декама срез, пожалуйста. Потом не срез. Так, ЭБ делай. То есть всё резко, блядь, стали. Ну хоть гнев небес этим пидором давайте. Надо косты кикать. Дерзкий моб, сука. На тебе, гнев небес, блядь. Я хуею, заебал откидывать.
Вот этого разбить и верховного мага, он заебал откидывает. Только в дебе эти маг. Ну, паука в кого-то костюмит. Рыб стоит. Арислин, дашь мне поймать зеркало, потом встанешь, как обычно. Ты там в танка шмутил или без него? На характере. Давай одевай танка шмот, чтобы мы не вайпались. Хотя бы три не одень, ключ хотя бы накинь, если что, чтобы ты мог преображать. Понял. Это, а мы как стоим, кстати, Гуще и на Рэнджи, забыл. Рэндж. Смотрите укусы. Первый укус ловит Black Dark. Потом кусаешь меня. Ты сосед, когда научишься дамажить, тогда тебе укусы будут давать, понял? Все поняли укусы? Меня же здесь нет, я же ничего не помню. Меня это кого? Фурик. Фурифа. Нет, тебя нет. Да, не переживай. Да, все понял. Это было неразумное решение. Все, Реслин, иди забирай. Пал выше, Реслин, давай поднимаем его. У тебя не получилось. Мне кажется, Black Dark не словит укус. Мне дало укус. Блять. Там не жал, так, если ж. Похуй, ложимся. Хильте. А что это произошло, скажите? Диваны дайте что-нибудь. Тут не работают, по-моему, диваны. Триксы помогу произошло. Триксы помогу? Серьезно? Ну, типа, он, ну, у меня типа 6 ЛП влетело, она не могла сорваться просто так. Так, адова реслина. Все на пол и скидывайте в безжалостную. Роги дальше уже по ходу боя можете кидать на кого-нибудь с ДДшников. Ты видишь, кто в кого напуливал? Ну, если я, если не ошибаюсь, только аду напуливал, остальные нихуя не напуливали. И хан, друголёчек, я вот за тобой смотрю все время, ты хуй на пол вообще когда даешь, пожалуйста, напуливай боссов с пола. Через эту подготовку на. Это ты Милханту? Милханту говоришь? Я не знаю, кому там два ханта, по-моему, нет? Ну вот я сейчас посмотрел, а Дона Арислин напульнул, остальные вроде как хуй забили. На ДК вы напуливаете, не на Арислин, а Арислин с пула АПК стоял, что друзья. Вы напуливаете всегда на ДК, ДК у вас МТ в рейд. Объясняю, что такое напул хантам и рогам. Ой, бля, истерию въебал случайно еще. Сними, когда королеве еще. Да, ну в таргете, бля, взялась нахуй. Сними. Ой. Юля, ты тут на хэпале у босса стоишь или в рейнже? А каком я хэпале, блядь? Не, ты как стоишь, я, блядь. А, я как хочу, так стою. Вообще в центре всегда. Под боссом. А Реслин, тебя не резнули или что? Не дотянулась. Встань, суманем. Дайте шкаф. Да, если бы вы нормально глыбы на синдергосе носили, то мы бы могли убить без вайпов. Я бы не врал. Сейчас синдергосом на лайне. Ты плохо просто таунтишь. Укусы ловят. Нельзя с пола таунтить ее, понимаешь? Да я знаю, я знаю. Все, тогда заткнись. Ну ты лох просто. Это да. Укус лутаешь на танке. Я просто, видишь, у меня две тринки бисовые, решаю ДДшные.
Да, пиздец. Получи дамаж. Ебать ты, где две слезы взял? Заанролил. Ебать ты, долбачок. Ебать, так напрягает. А и так дохуя пиздите лишнего. Твоя хуйня напрягает вот этого пиздец, вот этот фаербол босса. Забафайте, Пала. Дэль, у нас приста бафа нет. Первые на пул и в безжалостную, все скидывайте. Верит кровью, не пуль. Все, все, я ж не в особняке живу. Какие в замке, да? Королева же хули. Это было неразумное решение. Забираю реслин. Зеркало, зеркало. Пёчек, видишь, тут ниточка, надо, чтобы ты через нее прошел, все, она на тебе. Что тут держим? Тень. Шам. Ты скажи вот этому друиду в четвертой пати дать по войду. Нихуя тебя не понял. В инер войду. Тень. Алконфет. У ковра КД он себе заливал, если только массия зальет. Четвертой пати. Сова, дай инер по войд лайт. Не, ну он поэтому и спрашивал, где я стою. Я не знаю, кому как удобно. Я на рейнже стою, но мне и на рейнже. Скорее всего. Дель, я первая гимна дам. Тени под фир. Аддон. Я дам мне зыбку. Раньше не берите. Ой, дай по суете каплю быстрее, пожалуйста. Хуя тебе. Блять. Блэк Дар. Он в меня прям вошел, в меня хуй. Пиво, пиво. Че так много легло, блин? Пиво. Эти пак. Вот стоят милики почему-то в центре карты. Умирать? Идите в лужу, пока не пропали. Охуею, блять. Новый босс барьер, бля. Слушай, ну не зыбка, а что там еще? Два приста есть, один на одной взлетке, другой на другой, блять. Рейнджа нахуй, да там и классы все прожимаются вроде. Как вы так сдохли-то, блять? Снимай диван. Тише приста, там еще Синдрахоса тоже барьер. Какой барьер, блять? А у меня диван, нихуя. Этот ДКшный Т4 плюсуется уже с массой крови. Павловский. По-моему, должно плюсоваться. Может, похуй, на мне зыбки хватает. Мне зыбку гим даете. Ну я сейчас посмотрел, как хватило нахуй. Как так, блядь? 5 или 6 тел сдохло, блядь. Ранжу, потому что не держит. Первый раз такое вижу, блядь. Эфир, если зеленкой не ловишь, засунь себя к тремору во второй апатии.
Лучше зеленку оставляем. А зеленку. Ты, Юля, кстати, как на себя даешь эту парашу? Антифиршу? Да, да, конечно. Сейчас приду. Потом дисплеишь челика, да, кто стенит? Да. Когда как играют? Когда на челика закидывают, который, допустим, на которого кинули тени. Тут вот так вот играют на себя и диспелишь. Ну да, тоже, мне кажется, так интереснее, так лучше. Кто там тебя ковер убил? Кто рядом с тобой бегал? Все разберусь. Какой-то вар вроде. Не сомневалась. Какой-то орк. Вот. Набирайте ренджо, мид хилам. Вон там даже вот эти шипики есть, вот эти на кружке, вот эти вот, у меня 4 хила сюда, я под босса пойду. Вот прям в самом центре цветочку стою. Не, с центра уже не вынесу, с такими лагами. Чепуй. Будет в центре. Где стоять? Нет. Дайте шкаф. 30к. Эл, дружочек, засунь себе... А, засунул все, да, заебись. И зеленку оставляй себе на взлетку, тебя очень сильно прибило. Когда будешь кусать, этот вот, прижимай не зыбочку, чтобы тебя всплеском не хуйнуло. Добавка с кулак можно? Спасибо. Дель, бафни, сука, хоть раз, ты заебал. Да, да, можно, у нас приз слакает ШП. Так что, может, СС дать кому-нибудь? Раз так умирают много. Просто наберите. А если чел с укусом умрет, мы все равно проебали. Это было неразумное решение. Эрслин, забирай. Себе с центра, у тебя, во-первых, нету рейнджа скилла, ты там не должен стоять. Адо, который, уйди с центра. Тень. Я охотник стоял. Пиздует по мелизоне и по валентайму, типа подвинь охотника Адо. Адо, съебись справа к стенке. Нет цыплятки.
тени под... Валентайн. Я тебя спасу, крошка. Сова, дай поводу. Гимн, кто из вас нажимает? Рейнджом. Нажимает ли один гимн, кто-то на ФК? Да, опять убивать не пришел. Ютуб нахил. Ты поэролить хочешь или что, я понять не могу. Я тебе говорю то, чего делает. Он тебя разберутся. Тени. Ой, когда хилить. Да ладно, он все. В кентуре. Первое, что ты говоришь, кого-то прохилить, это бесполезная инфа. Ну да, кстати. А ты Кирилл это сказал. Че тут сидеть 3 часа просто? Хоть анекдот рассказывай тогда. Милхан, ты отойди чутка. Тени. Скорее всего. Еще. Бля, Войд, я... Ты охуел? Сорян. Бля, ты конченый. Тени, под фир. Хуёво у нас. Всё хуёво, ты чё? Арислин, дашь мне каплю? Дал тебе каплю, себе вабу. Раньше гимн на Дель. Сокру, Арислин, сокру, сокру, сокру. Хильте, блять. Дорога потеряна. ВТФ, БРНИ, не дорога. Зеркало забери, Арислин, забрали с нас зеркало. Все, 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 хорошо. Укусите кого-нибудь. Геро. Я дал мне зеркало. Блять, кто насрал, Блэкдар? Пиздец. Что это? Блять. Пробуйте, пробуйте, но. Есть еще Б. Есть еще БР. Есть, допустим. По кому дать, я хуй знает, конечно. По магам Мелизона, может быть. По ДДшнику, наверное. Он кусать шел. Не, ну все, все, хавай. Берса нахуй. Ебать, пиздец. Блэкдар, как так? Еще 7 секунд есть, 6. Жмите. Все. Да там нереально нахуй, бедлян. Блять, ты не кусай хила нахуй, это пиздец, конечно. Да я, короче, у меня фреймрейт, я не туда тыкнул. Я когда бежал, я взял таргет цель и не туда тыкнул, не скликнул чутка. Не, ну это лям ГП, лям ГП. Не, лям ГП это за лужи в Мелизоне. Тут лужа заруинила нахуй, пиздец. И с пактом кто-то сбежался, убежал обратно, пакт не спал, причем на мне был пакт. Мне пришлось бежать в Мелизону туда. Ну вот сейчас уже под конец, когда уже лужа была. Лужи вот, въеби частицу на квестера, типа, пожалуйста. Он сгонишь. Он, ну, он по 3, по 4 секунды на пол хп не поднимается, пожалуйста. Нахуй его 2 раза чуть не уронили. Слушай, а ты, кстати, на боссе стоишь или просто чилишь стоишь? Что-то могу я понять. На боссе, меня не надо хилить, типа, ну, Арислина тоже не сильно хуярит, Арислина тоже одета, типа, ну, кинь на квест эту частицу и просто стой чиль себе, чтобы он не умирал, типа, ну. Я говорю, вы его 2 раза с того света поднимали. Да там как бы хилы в курсе, что он квест делает, блять, его хилят. На все рассчитано до миллиметра. Сейчас, сейчас, как это связано? Сейчас никак.
Сейчас никак, но факт в том, что чуть два раза не умер Квестер. Но он же не умер, мы просто держим его в тонусе. Тебе надо частицу, нет? Мне просто сомнительно, Дай. Я что-то думал, Рискин будет дохуя получать, раз он второй, он что-то дохуя получал. Безжалостный. Больше урона. Ковер, вот меня ты точно напряжение держишь. Особенно в самом начале, я тут часово сошел.